Друзья, сейчас мы с Денисом Лосевым покажем, как легко и просто сделать пандусы с помощью приложения «Коляска МДА». В прошлом году мы снимали большие обзоры, но это очень сложно. Теперь каждый человек может с помощью мобильного телефона сфотографировать и отправить заявку на специальный сайт и сделать обращение в администрацию. Таким образом, в городе Ростове-на-Дону вот буквально в течение двух ближайших месяцев сделают пандусы по 102 адресам. Всего выделено 12 миллионов рублей на 163 адреса. Из них 102 адреса – это заявки с помощью приложения «Коляска МДА». И сейчас мы покажем, как это приложение работает. Я уже снимал ролик, показывал, как оно работает, но сейчас мы покажем с Денисом вживую. Да, и посмотрим, насколько быстро придет ответ и как вообще это все работает. Я думаю, это работает, потому что вот уже есть какой-то успех обнадеживающий. Скоро мы будем показывать, что нам сделали за это лето. И, может быть, еще выделят какие-нибудь деньги на этот год. Ну, надеюсь. Шпорт-тавр сделали хороший пандус. Эти поручни и стоят по нормативам. В принципе, можно заехать. А это давно сделали? Это сделали в этом году. Ну что, похвалим тавровские мясные лавки? Ходите, покупайте мясо в Тавре. Друзья, смотрите ролик еще один про «Коляска МДА», о том, как пользоваться приложением «Коляска МДА». Ссылочка будет наверху. Все. Отправлено. Все хорошо, идем дальше. Огромное препятствие. Ленина 117. Отправлено. Все, пошли на ту сторону. Здесь нет пандуса, а сбоку, где можно заехать, яма. Поэтому мы фотографируем, чтобы тут тоже исправили тротуар. Отправлено. Сегодня мы объехали другую часть Ленина в сторону страны Советов. Вот. Там есть важные объекты, такие как стоматологическая поликлиника, Сбербанк, ну и магазины разные. Сегодня мы сфотографировали больше 20 препятствий на проспекте Ленина. И получился снова целый маршрут. Мы надеемся, что эти бордюры починят и сделают нам пандусы. Мы просим всех, кому тоже нужны пандусы, не сидеть дома, выйти на улицу, сфотографировать с помощью этого приложения и наконец-то устранить эти препятствия. Вам это сделают. Единственное, что делайте не одну фотографию, я посмотрю, сделают, не сделают, как сделают, а сразу целый маршрут сфотографируйте для себя, потому что это важно. Один пандус, он ничего не решает для перемещения по городу, а вот целый маршрут, целая серия пандусов, это уже большая помощь всем, кто перемещается на инвалидной коляске, велосипеде или мамочкам с колясками. Да, развивайте доступную услугу. Да, помогайте нам развивать, и все будет. Скачивайте приложение. Скачивайте приложение «Коляска МДА», смотрите видеоинструкцию по приложению «Коляска МДА».
Мы сняли этот ролик для того, чтобы еще раз напомнить о том, что такое приложение существует, и оно успешно работает.